И снова всем привет, добрый день, у нас место рабочего дня. Я дома с чашкой чистого кофе. И приветствую вас. Это Golf Cadmus, мы играем в уже любимую Lineage 2. У нас сегодня 25 число, среда. Вчера был анонсирован, ну, я посмотрел, анонсировала типа ивент а-ля акция, который на самом деле все-таки ивент. Акция. Я посмотрел отзывы на форуме Фогейма, посмотрел даже пару ютуберов, которые сняли, в принципе, уже быстренько наклепали обзор. Давайте так. Мы не будем метаться какашками, мы не будем обсирать, что это очередь, там какой-то фейл. Я этого не люблю, мне это в принципе физирует. Такое отношение. Все равно, что срать в квартире, в которой ты живешь. Делаем объективно. Я дико не люблю прапсы, то есть обзоры. А-ля я тут сайтика посмотрю, порассуждаю, посмотрю там, ой, тут дроп, тут хуйня, тут говно, короче, здесь меня наебали, я хочу это, чтобы сразу я закинул там 50 рублей и получил то, что я хочу. Нет, давайте, ну, сделаем все банально проще. Мы возьмем, я взял наживу, купил и шел половину, ну, поэтому посмотрим, что получилось. Как видите, по шау там мировым, то есть скупают бутылки звезд, бутылки коробки звездного океана с ивента. Они есть на списке наград, я не буду перечислять, там не, так, не, такая уж, не такой уж и большой список. Давайте немножко проясним. У меня есть свое мнение по поводу игры, у общественности есть свое. Мое мнение — это затравка к новым хроникам. Потому что Руна Евы, она существует на, в Америке, ну, в Японии, в Корее давно. Она входит в им, она входит в наборы, в комплекты, они месячные. Здесь нам дали, ну, наверное, попробовать, как пойдет, на 3 дня. Очень, я знаю, их оценят олимпиадники, фармеры, это просто для них шикарная руна. Я еще себе не брал, скорее всего, не буду. Мне не надо там трехдневно, мне нужно банально хватит коробка, которую не делаю. Продают. Мне достаточно, если бы она была одна часовая, я бы за час понял вообще, стоит она или нет. Ну а так переплачивать там что-то от 100 лямов и выше. Ну, не вижу смысла. Все уже знают, я не буду рассказывать, где берется эта нажива, как она берется в Лиме, можно купить у трейдеров. Ну, я ловил рыбку в Адене, стоял, пока уходил работать. Ну, а в Хейне продают. Ну, это, по крайней мере, я говорю за Кадмус. Я, честно говоря, скажу, я не удержался. Я сначала, короче, хотел, а потом открыл, а потом оставил. Ладно. Я пока собирался с утра. Я наловил там что-то порядка, я сейчас буду даже посчитать. Раз, два, три, четыре. Это с коробочек. Особые сундуки на сокровища можно получить просто сундук сокровища. Шанс где-то 1 к 10. То есть 10 вот таких вот сундуков Кейна сокровищами, оттуда вылазит один. Ну, примерно такой шанс я посчитал. То есть у меня было других сундуков. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, потому что было 2 третьих, я сварил 4, 13, 2 по 15, 15, и 16, это бутылки с душой Тараса. То есть 16 сундуков я открыл, значит, наживы я брал 200 штук, 200 купонов я пошел поменял, ровно, ни больше, ни меньше, ну, хотите верьте, хотите нет, 200 штук, значит, здесь я получил 4 зелья Мафор, 2 сундука производства доспехи Эдиоса, производство оружия Хелиоса, 2 сундука производства доспехи Карреры, 1 талисман Демира 5 уровня, да, 2 талисмана Демира 3, которые я сходил в 4. Сундук элитных доспехов Ада улыбнул, честно. Ну блин, ну зачем этот лол контент впихивать? Не, ну ладно, если там какие-нибудь лайт части 8 попадутся, они хоть кому-то нужны, там хэви 8. Ладно, но остальное это барахло, мне нужно 5, 6, 8, 7. 30 гемов я получил и 10 осколков бытий с душой Антераса. Честно говоря, список наград что-то
напоминает смешанное. Мы взяли чуть-чуть наградных шкатулок из Таро и из морковки. Морковный вент, который закончился вчера, убрали. Вот. И все это, короче, перемешали, посыпали и упаковали, короче, вот в эту штуку. Ну, понятное дело, что нужно заработать. Это затравка. Вот. Я не буду вам рассказывать сайтика, я вам показываю, что получилось. Блять, если вам нравится, как люди кликают на сайте, рассуждают, игропятки такие эстеты, как бы, которые разбираются в игре, ну, блядь, наверное, мне с такими людьми просто не по пути. В развитии, в принципе, в понимании такой, как игра, это все должно быть опытным путем. Также, какой шанс дропа? Ну, вот там... L2 Central. Да, L2 Central это не то, это там пошли, убили моба, там посмотрели, там, или тысячу мобов махом. Блять, создайте условия, при каком уровне, там, при каком, сколько вы, по руны мапов, он накрабит там вечную, ничего не будет падать, пойти один раз накрабить и таут, и ПДТ, и осколок, и кольцо, там, и трактат, и сундук. То есть оно дело к случаю, это все надо проверять, а рассуждать там, ну это все, что я вам сейчас буду смотреть в окно, у меня тут подстанция, что а, бля, у него там автобус херовый, у него там, там шины не прокачаны, блядь, мотеры уже не ебнулись, резина лысая, я ж не вижу всего. Поэтому давайте так. Итак, у нас 88 сундуков хейна сокровищ. То есть их мы должны получить, ну не сами сокровища, а сундуки или вот такие вот монеты, которые в принципе меняются. Значит, условия были таковы. Мы взяли 200 штук, взяла Анастасия наш любимый человек. Маленькая сейчас отдыхает, она не может быть с нами. Я тоже взял 200 штук. Честно говоря, я пошел, короче, подглядел на ее компьютере. У нее тоже 88 сундуков с этими штуками. Наша задача такова. Либо окупить, либо приблизиться к купальности. На заработок какой-то конкретный я не рассчитываю. Это изначально. Я всегда прописываю. В любом моменте это и действует. Моя задача хотя бы окупить то, что я потратил. Это игра, это азарт, то есть это как в рулетку там, я ставлю там на черное, на красное, наверное, я его. Ну, поехали. Больше скорость. Пожалуйста. Ты меня поддерживаешь? 9 сундуков. Ну, в принципе, как я и говорил, 88 у меня было, 9 мы получили. Ну, итого где-то получается вот такая вот. Итак, моя античка. Сейчас я покажу. Вот это нашего показа. Нижний ирландский крем. С мариной кухи. Прекрасный кофе, я лучше. Значит, монет теперь у нас 159. Один хилу, пусть она удочку возьмет на 50% эффективности на пару дней. Вот. То есть у нас есть, уже есть два доспеха Идиоса, один хил, оружие Хилиоса, два доспеха ПД и Людмильчики, там на доспехе Ада, гемы, 4 зелья мапа. Посмотрим. Удача из мапа. Удача из мапа. Поступка кода перерождения мастер 100. Осколок Бедрёва Лакаса. Слег ветра мафор. Не, ну не дурно. Все-таки мои сухи мафор я люблю. Осколки Лакаса. Ветра мафор. Талисман Бенира 3-го уровня. Ну, в общем, я скажу так. До того, как я ушел, короче, работать, было круче. Я достал хоть какое-то, короче, ворота. На самом деле, если так посчитать, мы потратили в Адене где-то миллиард. На двоих это по 200, по 500 лямов нарыва. Ну, если вот это все распродать, ну, я думаю, что мы, в принципе, откроем. Ну, кстати, если вам интересно, давайте посмотрим, где клипы успехов, тут производство доспехи Ада. У нас ботинки Ада магические. Доспехов Кадейры у нас набедренники и ботинки Кадейры магические. Доспехи, сапоги, сапоги Айдоса Хэви. Диадема Айдиоса магическая. И оружие Хелиоса у нас возмездие Хелика. Возмездие Хелика я продавать не буду, ну крафтить не буду, я его распродам. В принципе, как и все сундуки здесь, то есть по частям мне гемы, они ценнее собирать на ставку на ПВЕ, пушку, там,
банально на какие-то ставки, на ИСА, на лов ДЛС. Я уже говорил, что у нас на Кармусе все три города с Мамоном за тьму, поэтому ну, я не вижу смысла продавать эти демыши, потом их снова покупать. Ну, это глупо, наверное, это было. Может, с моей стороны это глупо. Бутылки Волокаса, Тараса, ну такое чуть-чуть. Я не буду продолжать, как я тут бегаю, короче. Распродаюсь, я сейчас распродамся, просто заново, точнее, продолжу с вами